конкретный бизнесмен помогает конкретному проекту. В основном это происходит именно так. И я думаю, что это вполне естественно, потому что люди не готовы оказывать какую-то абстрактную помощь. И в конце концов, никто ведь не заставляет бизнесмена именно через церковь осуществлять свою благотворительность. Но, как правило, бизнесмен, который обращается к церкви, он знает, что в церкви его не обманут, что в церкви эти деньги не украдут, что если он эти деньги передаст через священника или через архиерея, то будет какая-то отчетность, он будет знать, на что идут его деньги, он будет спокоен.